Всем огромнейший-огромнейший привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Новосветлова Наталья, и в этом видео мы вместе с вами сделаем макияж новинками, которые появились в летнем каталоге компании Тянде. Появилось очень много новинок именно из декоративной косметики, которые помогли мне сделать вот этот макияж. Поэтому наливайте себе кружечку чая или кофе и, конечно же, приятнейшего вам просмотра. Ну что, я уже нанесла тон. Сегодня нанесла тон с помощью, значит, BB основы для лица. У меня в оттенке 03, это от компании Тянде, серия Fresh Click. Она матирующая, можно воспользоваться также или кушаном. В оттенке использую 00, светлым. Вообще, отличные два продукта. Здесь матовый эффект. Ну, для видео, в общем-то, решила, что сегодня воспользуюсь им. А так я очень люблю также еще и кушаем. Ну что, давайте будем оформлять уже брови. И как раз-таки нам поможет вот такой вот карандаш от компании Тянде. Он двухсторонний. С одной стороны у него щеточка. Удобно, что сразу же все у нас с вами в комплекте. Удобно прочесать, что-то направить в нужном направлении. А с другой стороны, в оттенке 01. Покупаю уже не в первый раз. Мне нравится в оттенке 01. Прям идеально подходит. А где-то что-то нужно подрисовать. Прям отлично, отлично помогает в этом. Держится хорошо. Может быть, вы и не рисуете карандашом, а сразу будете наносить воск и фиксировать бровки. Как раз таки вот щеточкой можно еще и распределить очень удачно цвет. Также она в этом как такой растушевщик тоже хорошо помогает. В общем-то, сделан такой какой-нибудь дневной, легкий, простой, быстрый какой-нибудь такой макияж, чтобы можно было с ним справиться, быстро сделать и, в принципе, уже побежать по делам, на работу, пойти гулять с детьми. Будем использовать новинку. И это у нас мыло для бровей. Буду с вами пробовать и тестировать, в общем-то, вместе. Складывать свое первое впечатление. Запаковано, зафольгировано. В комплекте есть как раз-таки кисточка. Сейчас скрываем. И вместе с вами смотрим. Вот такая изогнутая щеточка. Металлический футляр. Сдвигаем. И вот так выглядит мыло. Такой какой-то приятный. Вкусняшка, аромат. Вот так мыло. Набираем. Да. Мылом никогда сама не пользовалась. Пора начинать. Есть что фиксировать. И хочет, и всегда фиксирую чем-либо, поэтому всегда и вот так набираем. И вот такими вот движениями, да, можно набрать еще. Удобно вот на столе как раз-таки облокотиться и вот так вот кисточкой набрать. Вот набирается продукт на кисточку. И вот такими вот движениями укладываем как нужно. Незаметен на бровях. Незаметен. Так, чтобы вам было видно.
Как приятно пахнет. Прям вообще. И вот так вот фиксирую бровки. Хорошо фиксирует, вы знаете. Угу, держится. Ну вот. И задвигаем. Просто выдвигаем и задвигаем. Ну и кисточку как-то с собой, в общем-то, тут вместе нужно. Так, ну, в общем-то, все замечательно, да? И с воском справились. И держится отлично. Если вы используете какую-либо базу под тени, то, конечно, наносите и используйте ее. И далее уже будем наносить тени. У меня две палетки, сет 1 и сет 2. Значит, они с зеркалом, без кисточки. Очень такие удобный формат. Достаточное количество по объему теней. И каждая палетка, можно иметь одну, и, в общем-то, ну, две, они отлично дополняют друг друга. Отлично дополняют друг друга, и, в общем-то, прям хорошо их между собой, конечно же, миксовать. Потому что если нужен какой-то розовый, коричневый, разные оттенки. Перламутра тоже есть, да, шиммером вот эти вот блестящие, разные. Но мы что-то будем с вами, значит, такое повседневное, да, давайте наберу светлый оттенок, вот из вот этой вот палетки, вот этот вот, это у нас из сет 1. Смотрите, как хорошо набираются. Вот от нового прикосновения, видите, как хорошо набираются тени. И, в общем-то, положим в уголок глаза, вот сюда. И очень хорошо передаются, не пылят. Не пылят. Нанесем, значит, как, оп, под бровь. Вот сюда. Очень хорошо ложатся и не пылят, и не осыпаются. Нанесем под бровь. Ну, то есть, можно вообще просто высветлить века, если нужно как основу положить этот светлый цвет. Вот так. Отлично ложится. Все замечательно. Возьмем другую кисть и возьмем складку века, вот этот вот оттенок, вот тот оттенок набираем и в складку века. Видите, хорошая какая цветопередача. И вот так вот и подтушуем наверх. Угу. Ну, вообще, самое элементарное, сделаем какой-то такой макияж быстрый, когда вот нужно что-то прям быстро делать. Этим же оттенком подкрасим уголочки вот здесь вот. Возьмем более темный цвет, вот этот вот. Немножко такой с рыжинкой. С рыжинкой подведем. Больше такой. Поэтому к нему прям комплементарный есть вот этот оттенок, если такой более в оранжевой гамме нужно, в коралловый. Мне нравится, что ложатся и тушуются хорошо, ни какими-то ни пятнами, ничем. В общем, замечательно растушевываются. Хочу вот так вытянуть сюда немножечко.
цвета добавим немножко для симметрии. Так. И в уголок положим какие-нибудь блёстки. Давайте вот из этой палетки попробуем. Вот как раз-таки вот это что-то светлое. Смотрите, какой оттенок. Вот. Более холодный. Стальной. И он такой вот с голубым. Здесь у нас золото, да? Красивое такое золото. Вот. Мы воспользуемся вот этим вот цветом. Вот такие вот. В этой палетке. В палетке сет 2. Вот столько много. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Да. Здесь раз, два, три, четыре. Здесь у нас, сейчас нарисую вам, какие в сет 1. В общем-то, они все разные. Все абсолютно разные. Угу. Такие прям мелкий такой прям шиммер. Вот так вот тушуется. Можно этим оттенком каким-либо и сделать и хайлайтер. Почему нет? Смотрите, как будет хайлайтер хорошо тоже смотреться. То есть можно будет как хайлайтер использовать тени такие. Запросто. Посмотрите, как блестит. Вот. Запросто. Запросто, запросто, запросто. И как хайлайтер тоже. Ну, из палетки Set 2 возьму вот этот вот такой цвет. Вот так вот он смотрится. Это у нас перламутром. Ну и немножечко прямо вот сюда. В уголочек. Прям совсем чуть-чуть. Ну, вот, смотрите, как тени. В общем-то, они позволяют и дают возможность еще тушевать, если вы хотите прям такую растушевку запросто. Ложатся очень однородно. Мне тени понравились. В общем, классные. Потому что они и не пылят, не осыпаются. Прям все здорово. Хотя мы работали с вами довольно-таки темным цветом. Посмотрите, теней вообще внизу вообще нет. Очень-очень классно в этом плане. Тени прям зачетные, прям суперские. Очень прям понравились. Сейчас нарисую стрелку. Наверное, еще подведу глазки вот таким вот карандашиком. Оттянутые в оттенке 35-й, зелененьким что-то. Это можно полностью стрелку здесь, вот нижнее веко только нарисовать. Вот, и верну. Ну что, я уже подвела глазки вот такой вот подводочкой. Значит, тушь у меня, мегалаш. И вот здесь вот зелененьким карандашиком. Вот таким вот. Вот. Это что получилось? Теперь у нас остались губки. И два вот таких вот блеска. Хочу воспользоваться вот этим вот. Сейчас откроем. Когда откроем, вся информация вот здесь вот на упаковке. Здесь у нас 3,5 миллилитра. Есть защитная такая вот пленочка. Так, подцепили вместе. Вот так вот откроем.
И у нас вот такой вот красивущий блеск под прямо упаковочку. Так, розовый. Розовый-розовый. Розовый-розовый. Как вкусно пахнет клубникой. Он дает такой вот нежный розовый оттенок. Он такой удобный аппликатор. Даже вкус какой-то есть. Приятный. А другой блеск, он дает глянцевый такой эффект. Он такой, в принципе, прозрачный, полупрозрачный, прям слегка-слегка розовый, слегка розовый оттенок у губ получился. Но смотрится очень красиво. Я не скажу, что он липкий. Я вообще липкий не люблю. Этот абсолютно нормальный. Можно поверх помадки, допустим, нанести как вариант. Если нужно что-то нанести, допустим, помаду. Мой очень любимый оттенок 08. Вот такой вот. И поверх помадки нанести. Приятно пахнет. Это матовая помада в оттенке 08 от компании Тианда. Все ссылочки оставляю в инфобоксе под этим видео. Сможете пройти, зарегистрироваться и для себя приобретать новинки этого декора. Ну что, чтобы образ был у нас уже завершенный, так скажем, нам не хватает нанесенного аромата. И сегодня будет аромат Бриджуэ, женский аромат от компании Тианда. Вкусный фруктовый, такой вот шлейфовый, ну классный, в общем, аромат. Люблю его очень отлично. На разные сезоны уже попробовала использовать его в разные сезоны. Осталась им довольна, очень довольна. Вкусный, интригующий такой женственный аромат. В общем, очень, очень такой классный. Ну что, это вот что у нас с вами получилось. В общем, новинки, новинки отличнейшие. Новинки отличнейшие, тени классные. Упаковка тоже такое все очень приятное, качественный пластик, все такое прям приятно держать в ручках, прям очень-очень круто. Я довольна. Буду с вами прощаться. Будут вопросы, пишите, задавайте их, конечно же, под этим видео. Что вы пробовали из этих новинок, ваше мнение? Обязательно давайте встретимся с вами в комментариях и там обсудим текстуру, аромат, качество, стойкость и все остальное, все, что вы хотите написать. Это именно давайте под видео. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам было интересно и приятно провести его в моей компании. Я обнимаю вас очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.